А я тебе говорил. Завтрак. У нас завтрак. Кстати, шаурма здесь офигенная. Суши она поджарила прям от души. Ну, ты же попросил поджарить. Так я зашел такой, она шкварчит уже. Я говорю, вырубай. А, да? Да. Она решила куда прям нафиг? Уголек. Ну что, дамы и господа, доброе утро всем. Давайте откроем. Ну, поехали мы на рыбалочку. У нас всегда так. Проснулись такие все, бум-бум, зашарашенные. И потом бах, и такие, что, едем? Едем. Погода позволяет, можно будет, да, поехать. И буквально 20 минут, и мы уже все. Мы даже позавтракать не успели. Вот у нас такой завтрак кайфовый. Тема. Она шикарна. Угу. Острая, кстати. Ты кипишь, паника с утра какая-то, бля. Все куда-то едут, торопятся, бля. Бабушки все, из леса идут. Все на фронт убирать картошку и морковку. А бабушки откуда? Не знаю. Все, товарищи. Теперь и мы уже поскакали. Такие автобусы у нас новенькие появились. Бабушки откуда-то вышли вообще. Непонятно откуда. Можно сказать, вышли из леса. Ладно, что-то сегодня трасса какая-то перегруженная вообще. Ага. Все, поехали бомбить кусты, как мы называем. Эти, я не знаю, что автобусы встали, сломались, наверное. А, твой автобус встал. Ну, а мужик заходил такой, это, я стою, покупаю, а он такой, есть, типа, это, пятерку разменять? Я говорю, только в цифрах. В цифрах у меня тоже есть. Mm. Я говорю, ну ладно. Так случилось. Все, пацаны, девчонки, садимся, наливаем кофе, чаек, погнали. Пока едем, покупаем кроссовки. Белка хочет New Balance, но брать New Balance, который, ну, такой самый дешманский, там от 10 тысяч, не хочется. Потому что очень много подделки. И когда ты берешь, допустим, тот же New Balance, какую-то модную модель и отдаешь там за нее 27-28 тысяч, и тут же у тебя в автобусе какая-то там бабушка заходит в кроссовках точно такой же модели, но китайских, они как бы это, ценность пропадает. И вот поэтому мы смотрим кроссовки постоянно такие оригинальные. То есть, чтобы это было дорого, это не в том смысле, что дорого, богато, блядь, а в том смысле, что дорого и она одна. Чтобы вот такого не было. Вот, допустим, мы когда-то в спортмастере, ну, в смысле, ну, в спортмастере брали Skechers, они пропали, эти кроссовки, мы обломались. Я сейчас в данный момент перешел на Puma, и Белка перешла на Puma. У нас есть, по-моему, по одной паре, по одной паре у нас Фила, и этот, Белка еще Asics взяла. Вот. Ну, я Asics не нашел, потому что, ну, нету, они какие-то такие радужные. А я радужный, что-то как-то не хочу. Ну и, в общем, пока едем, дело-то в чем? Едем, выбираем, Белка нашла себе New Balance. Ну и как бы сейчас готовимся уже к зимнему сезону. Надо что-то на весну взять. И мы переходим на Колумбию. А, и также с одеждой переходим на Колумбию. Потому что тот же Демикс, ну, полный отстой. Вообще полный. То, что продает Спортмастер, Найк, там, Фила, Адидас. Это тоже говно полное. Переходим на Колумбию, более повышенный такой вариант будет. Но он, во-первых, качественный, теплый и просто шикарный. Летние, конечно, обувь, кроссовки у них такие, ну, не знаю,
Нет, почему-то не очень, да? Ну, что-то они как-то не вставляют. Вот, допустим, осенняя обувь Columbia нам понравилась в том плане, что жесткая подошва, прям жесткая. И можно где-то вот по говну, короче, гонять. Вот, я так скажу. Ну, в общем, понравилась нам Columbia. Зимнюю обувь будем Columbia убрать, она на этой, на мембраме. Зимний сезон, это же Columbia. Тоже куртки, пуховики, и все будем в этом году брать на мембраме. Потому что мне как-то чуть-чуть повезло, и я прикупил себе зимние штаны. Причем они вроде как зимние, но они не утепленные, но они на мембраме. И могу сказать одно. Был момент, что-то мне надо было выскочить, ну где-то с километр. Я ни под штаники там ничего не одел и просто натянул эти штаны на мембране. И я понимаю, что я в мороз такой, в лютейший, иду, и мне нифига не холодно. И также я домой пришел, и мне нифига не холодно. И с этого года мы просто решили, что вот на мембране мы покупаем все. Но это не та мембрама, которая китайская. У нас он, друзья есть. Купила, говорит, мужу на мембраме пуховик Columbia. Мы такие, нифига себе. Вот это да, блин. Как это они смогли себе это позволить? Ну, то есть, люди, которые покупают себе пуховик за 3, за 4, там, 5 тысяч китайских, купили себе на мембраме Columbia, мы просто у нас волосы дыбом стали. Вот. Ну, потом, естественно, посмотрели, мембран там нет, там просто какую-то фольгу от шоколадки приклеили, блядь. Ну, и типа мембрама. А мембранные пуховики стоят примерно 80-90 тысяч. Вот. Поэтому в этом году надо раскошелиться. Я выключаюсь, потому что впереди у нас ДПС. Блин, вот вроде уже как бы лето заканчивается, но мы привыкли, что в это время у нас еще 30-35 градусов жары. Блин, 19 градусов жары, но деревья хоть, слава богу, еще не желтые. А так вообще это лето у нас получается вообще дрявое-придрявое. У нас со всех выездов за лето, у нас их целая гора, ну, наверное, неделя жаркой погоды была. Вот в начале было лето жарко, прям жарко сильно, может, пару-тройку дней. И потом еще чуть-чуть. В общей сложности неделя. А так все лето было 19, 20, 21, 22. Все. Ночью 17-18. Короче, как-то непонятно, блин. Ну, надеюсь, в следующем году уже будет понятно. Ну, непонятно. Ну, непонятно. Да, следующий год должен быть теплый. Ну, скорее всего, да. Ну, мы не расстраиваемся, нам пофигу. А вообще, что у нас там? А, у нас этот, тормозилка, блин. Вообще, у нас 1 сентября открывается осенний выходной. Отпуск. Осенний отпуск, плавно переходящий в зимний. Все прекрасно знают, что у нас отпуск круглый год. Поэтому мы плавненько переходим на осень и плавно переходим на зиму. Так что оставайтесь с нами. Не хотите, валите в наш телеграм. Не хотите в нашем телеграме, валите его на Рутуб. И вообще куда хотите. Куда хотите. На Дзен что-то мы не лезем. Дзен такая жопа, блин. Там одни пенсионеры сидят. А пенсионеру показать рыбалку бесполезно. Пенсионерам что надо? Огурцы, помидоры, цветочки, розы, что там. Вышла, парк показала, внука там еще показала. Ну, короче, вот эта хреноматия нас не интересует, поэтому мы обломались и не знаю. Да и я что-то туда хотел загрузить видос, он меня два раза выкинул. Я думаю, да ебись, провались, блядь. И не стали мы им пользоваться. Ну, а за бортом у нас уже 18 градусов, хотя было 19. Погода солнечная, да, ветра нет. Одна единственная тучка
где-то там затерялась. В общем, почти уже подъезжаем к Чучу логово. Вот такой вот у нас Windows XP. Солнышко греет, вороны кричат. Это наше, кстати, место, где мы сколько, наверное, раза 4-5 были, ночевали. Кстати, заметила тепло как? Угу. Вообще кайф. Сыро. Сыростью пахнет. Это то, что, видать, туман был утром. Поэтому такой сыростью. Там сидит моя щука, я ее сейчас достану 100%. Это техника безопасности. Комаров еще никто не отменял. Чтобы мы коробку будем брать. Прибери давай, их сам. Вот сюда, вот сюда. Не, малыш. Вот, вот, я их вижу, я знаю, где они. А эти что, с собой? Да эти и положи. Подожди. Туда. Блин. Ты взяла блесну? Нет, я хочу вытащить нормально, вытащить и стулья поставить, наверное. О, господи, сказала бы сразу, я бы сразу вытащил. Ну, я не знаю, что-то. А, белка кричит. Я не хочу заморать его. Трава мокрая. Понятно. Ой, заморал. Заморала? Да, его так. Этот, тот рюкзак достань из машины. Сейчас достану. Я протру, там тряпки, все есть. Ты, у нас там кофеечек. Так, а тебе нужен, ты переобуваться будешь? Да, достань весь рюкзак, поэтому говорю. Это у нас это, рыба, выходи, мы стол сделаем. Так, кофеёк для рывка. Чё, ну, нет, там больше тут... ничего? Не надо. Софт. Всё на базе. Ну, мокнет, мне не нравится. Ты куда? Ну, ебить твою мать. Ну, тут травы нету. Слушай, а что-то мы не подрассчитали, нифига. Жарище-то вообще стоит. Нормально. Снимай штаны, в трусах ходи. Да легко. Что ты думаешь? Я в трусах ходить не умею, что ли? Да нет, сейчас здесь комарья нормально. Так сказать, добротно. Поэтому я лучше в штанишках похожу. Тебе? Так. Мой трон. Сюда иду. Так, что еще я хотел? А, ключи, а то сейчас разбежимся по заводе. Фу, блядь, комарья-то, ебись, твою мать. Охереть можно, блядь. Комаров-то, блядь. Видела? Ну. Ой, они у меня такие чистые. Нормально. Нормальные обычные ботинки. Я вот не знаю, мне, наверное, не одену пока. Так, ладно. Ну ты как хочешь, у меня просто эти намокнут сразу. Слушай, да я еще сейчас даже разденусь, позагораю. Загорай. А ты что? Так. Боже. Здесь такой трэш. Поэтому вот, на вот стол он. Разложить. Вот она моя блюсенька. И вот на это, да? Ага. С одним лепестком? Я, да. А я, наверное, вот эти два лепестка. Единичку смотри. Вот она. Ну, ништяк. Так, ну все круто. Меня сейчас бомбануло маленькое. Ну, маленький. Грамм на 300 где-то. Ну, промазала она. Клюнула и промазала. Крутится? Ну, да, крутится нормально. Это крутится. Не все блесна у нас работают нормально, кстати. Так себе, можно сказать. Так, я, наверное, туда дальше пойду. Короче, рация у тебя включена. Угу. Ну, если ты ничего не крутил, то включи. Нет, ничего не крутил.
пилку оставил там, пусть рыбалят, и там место самое нормальное. А я здесь по бережку сейчас вон туда отойду и потихонечку пойду по берегу. Так что все супер-пупер. Рации взяли, если поймает, быстро добегу. И все. Жарище что-то парит, жарит так. Хорошо, неплохо. Вот здесь. Ах ты, блядь. Тычки стоят. В сеть бы не врюхаться. Жалко будет. Блесну. Я что-то не понял, это у тебя? У тебя, говорю, нет? У меня что-то рация сработала, может кто-то из рыбаков здесь рядом трется. Алло, проверка связи. У меня руки заняты. Ладно, все понял, не отвлекайся. Короче, я на месте. Начнем бросать.